Но есть другие варианты мышления, понимаете, когда человек, вот ему нравится, что у него чувства, они бесконтрольные, бесподдонные, как бы он как бы считает, что ну, как бы его мысли, пускай что хотят, то и делают. Это мышление разрушает жизнь, понимаете, такое мышление тоже есть. Когда человек не останавливает свои мысли, свои желания, не поет их духовным, позитивным, а наоборот, типа, что хотите, то и делайте, понимаете, мне по барабану. Несчастный случай, тюрьма, под столом обрыгался, облазился. Это результат вот такого мышления, эскадронные мысли шали. Результат печальный. Неправильное мышление. Типа, я свободный человек, что хочу, то и делаю. Свободный человек это делает не то, что хочет, а то, что надо. А если ты делаешь то, что хочешь, то ты раб своих желаний, ты не свободный человек. Помните, мы свободные люди, мы делаем, что хотим. Нет, вы не свободные люди. Вы рабы своих желаний. Попробуйте не делать то, что вы хотите. Если вы свободные люди, вам придется делать то, что вы хотите. Значит, вы рабы, а не свободные люди. Свободный человек – это тот, кто знает, что ему надо делать. И он побеждает свои желания. Но чтобы побеждать желания, нужно знать, как жить. Понимаете, нужно окружить себя чистотой. Чистота тела – это движение на свежем воздухе, это солнце, это вода. Понимаете, это правильная любовь к этому, ко всему, когда человек любит солнце, любит воздух, любит море, любит людей. Это правильное как бы мышление, понимаете, его надо развивать. То есть надо жить вот этой радостью, любви, дарить это людям, потому что большинство людей живут в пессимизме, в депресснике. И это правило тона сейчас. Вот человек идет по улице, он такой, и ты должен так же на него смотреть. Если ты улыбаешься, может, тебя там, может, ты того. Понимаете? То есть, ну, то есть, это как бы... Вот она, песня. Хорошая песенка. Показывает, как правильно настраиваться. Надо любить сильно этот мир, учиться и раздавать эту любовь. Поле света. Неужели лето мне одно? Я ведь радуюсь, согрета жмусь я от солнечного света. И сверкает море предо мной. Дачу отдам эту песню.
приедет в город? Приезжали? Нет, на благость. На благость. Вот они могут к вам приехать тоже концертом. Вы приходите, послушайте. Те песни, которые здесь звучат, это их песни авторские. Красивые, очень вдохновляющие концерты, приносящие счастье человеку в сердце.